Всем привет, с вами Мегадекстер. Как вы видите, я продолжаю снимать Uncharted 2 Among Thieves. Что там, древо жизни, да. Да, вы видите прохождение. Я как бы нашел замену пульту, я его так и не нашел. Я просто скачал приложение на телефоне, оно просто было. Но не все меня там уже устраивает, потому что... Даже не так. Там нельзя включить, так сказать, режим самого пульта. То есть я разбирался, пробовал там смотреть. Мне что-то писали на японском. Я вообще фиг знает, что вообще, что. Пытался гуглить, но какую-то фигню мне переводил. Вообще. Я не знаю. Не знаю, что переводил. Но все-таки там я могу только, ну, в принципе, делать только стандартные функции. То есть записывать, делать скриншот, смотреть файлы, ну как, заходить в файл менеджер, Avermedia, и настройки. Да. К сожалению, что будет происходить на телеке, только открывание файлов. Насколько я понял, только оно. И это мне очень нравится, потому что пульт, ну, естественно, более функциональный, так скажем. 26 глава у нас, Древо жизни. Насколько я знаю, это финальная глава. Чего? Я не знаю, Найт. Ты идешь, так скажем, наверное, черт, на пути к смерти. Там уж не верно, может быть, с первого раза. Все, обычно просто... Извини, ты не в моем вкусе. Ох ты же, ни хрена себе! Вау. Костюм. Думал, все так просто. Оказывается, да. Что там за движение? Нет. Нет, 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 это невозможно. Ну, чёрта! Он встал? А, он же выпил эту ёбную смолу. Стоять, я вспомнил. Тот, кто выпьет... Я вспомнил, те, кто... Вон те фиолетовые обезьянки... О, пошла. А ты уверен? Я не думаю, что она к ней... Ему какой-нибудь урон будет наносить. Так, это... Да, это точно последний. Что там говорил? А, да. Те обезьяны. Нейт говорил про них то, что... Чуть сам себя не взорвал. То, что они пили ту смолу как раз. Ёп, нифига себе. То, что они пили смолу так, что если бы... Ну, к сожалению, Лазаревич... Я навскидку попал! Ааа, как? Справишься со мной! Так что если Лазаревич бы выпил много смолы, он бы стал одним из этих, ну тогда это был бы полкапец. Не, тогда нужен был арбалет, чтобы его в бошку засадить. Ну, вот, насчет башки, кстати, очень странно, почему... Знаете, что не нужно уберить этот выстрел в голову? Почти все умирают. Даже те обезьяны еще. Давай, здоровенный урод. Ну, из арбалета, правда? На хвосте, он на хвосте.
Подожди. Блин. Нет. О, второй раз. По традиции должно быть три, так что остался последний раз. Я исполню свое предназначение. Че он встал? Че встал? Лови. А почему все падает? У меня вопрос. Эй, стоять, я так не договаривался. Со спины. А так он... Не знаю, Нейт. У меня тоже вопрос. Когда же ты сдохнешь? Ну, алло. Ты что-то долговато живешь. Люди так долго не живут. Ох ты ж, нифига, он что-то три гранаты кинул. Точнее, я пока ни одного предмета не увидел, падающим. Блин, да три гранаты. Он серьезно три гранаты бросает. Я думаю, он бросает. Может, две гранаты? Я не ну ладно. Ну какого черта? Ну алло, третий раз, все, падай, давай умирай, чувак. Ух ты ж, ё-моё, я тебе болею. Нифига себе. Или это я взорвал? Блин, это плохо. Черно-белый экран. Валим, Нейт. Нет. Сейчас сзади меня. Четыре. Блин, я сейчас на нервах, потому что... Ну как сказать на нервах? В смысле того, что я сейчас... немножко боюсь. Фу, волнуюсь. А, ну как? Потому что это как-никак, блин... Драчка с боссом. Самым главным нашим злодеем. Хотя, по сути... Выходи и дерись! А, гранаты! Ой, блин, 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 беги, Нейт! Вы прям гранату угодили. Ты погибнешь здесь! Ай, сука, блядь. Честно, ну, блин. Вот, вот серьезно. Я же говорил то, что так круто будет, когда ты лежишь из тебя, как ты чё? И ты сдох. Ну-ка. Я не знаю. Ну, блин, это, правда, я немножко проблем... убил, да, в спину как бы. Из-за спины, вот, точно, ты скотина. Но он меня убил немножко фиганутым, потому что я... Потому что я упал просто на лестницу. Я не вот так вот посмотрел. Просто хоп. Мишку. Давай. Эй, горись, как мужчина! Не! Первый ты раз. Справишься со мной! Да? В конце концов. Нападай! Не собираюсь вот эти пацаны-то. Блин, я уже не помню, сколько лет я эту игру снимаю. Сейчас 2016 год. А я, блин, до сих пор снимаю Uncharted. Я что, я кажется, в 2014 начал. Сейчас дайте. Попробуй, поймай. Да, если я не ошибаюсь, я начал в 2014. Я просто сейчас лень заходить на YouTube, смотреть видео Uncharted. Самое первое видео вы помните. Это не факт, что все помнят. Прохождение Raven Origins. Да, камер. Он сколько? Года? Оказывается. Ну давай, здоровенный урок. Ну правда, уже не в 2000... Я не помню. А, в 2013.
не в 2013, вот где-то в 2090-х, насколько я знаю, игры снимали вот серьезно, просто на камеру. Но я снимал немножко фиганулся, потому что... Посмотрел ведь свои видео из Ревенуса, просто офигел. Когда услышу голос своих друзей. Так ржал. Хотя, в принципе, у меня того голоса из чашнего почти ничего не поменялось, кроме того, что у меня сейчас голос просто больше не будет. Очень странно то, что я говорю не таким голосом, каким я говорю в обычной жизни. В жизни говорю, у меня голос немного ниже. Почему? Честно говоря, вообще трудно и говорить, и это играть. Потому что у тебя больше внимания концентрируется на игру, и ты поэтому говоришь и это, запинаешься. Где ты? Стрельнул просто. Ба-а. Ты мужик! Ты не офигел? Ты по озеру шел? Горящему, черт побери, озеру! Ты серьезно офигел? У меня еще 90 патронов. Я пока... Вот сколько там? Два раза, что ли? Конечно, но эти долги сраные сделали. Но это не хорошо. Мне особо до этого дела нет. Мне сейчас главное пройти лазарь. Лови! Я... Что это было? Когда же ты сдохнешь? Горю. Чёрт, а чёрт? Что-то освещает дверь. Фак ю. Гранаты, давай быстрее, Нейт, блин. У нас тут гранатами, дробовиком и только с... М4, если не ошибаюсь, или как-то называется. Я попросту, я в Uncharted Золотой Бездне тоже играл. А Uncharted Золотая Бездна — это игра на PC. Там вроде бы такое же было. Там я помню, что он назывался М4. Наконец-то третий раз. Мы сможем. Кстати, я... Видишь, что у нас без того знаешь? В конце пишется просто Си, не Си Эй. Зарядни. Run fast. Nate, please kill him. I don't understand nothing. Фу, блин, я сам запутался уже. I don't understand nothing. Окей, я кинул гранату, у меня получилось. Лазаревич! Может, договоримся как-нибудь?
Считаешь меня чудовищем? Но ты такой же, как я, Дрейк. Ну то, что я убил дофига людей. Скольких ты убил, а? Скольких только сегодня? Браво, парень. Ни милосердия, ни пощады. Ну я чувствую. Давай! Серьезно, давай. Ладно, может быть, это тест на меня. Я слишком жестокий. Тебе не хватит духу. Мне нет. А вот им. Ох ты ж ё-моё, они его просто зафигачат, там все кости проломают. Шашлык. Правда, крови что-то и так не видно. Ну, может быть, и он Лазаревич еще на такой стадии. Твою мать! Сейчас буду бежать по мосту. Я уже забыл, а где? Как это там? Еще не черно-белый экран. Ну ладно, а где Хлоя и Елена? Вот, Елена. Да нет, вообще по-хорошему должен быть вопрос. Где Салли, черт побери? Салли в этой игре практически не было. Помню. Только то, что я в Борнео с ним играл. Серьезно? Так, висали. Это капец, когда мы опять упали. Ё-мать. У нас тут, кажется, главный напарник это как раз, да, Хлоя и Лен. Все. А в первом как было? А в первом... И Лена вроде? Ну и Салли, естественно. Что-то Хлоя я не помню. Я не помню вообще... Ну нет, на это понятно, что он знает. И так уже знаю. Что-то происходит на самом плане. Ох, ё! Почему ты вечно так повезёл? Не-не-не-не-не-не-не! Вставай, вставай! Пусть они побежали. Получилось. Давай, чувак, давай, чувак. Ох ты ж нифига! Запоминаю то, что Нэйн не бросает пистолет. Давай! Ну да, пистолет. Вот так это по-хорошему, раньше уже. У Нейта в кобуре был один пистолет, а в руке еще второй. Скорее, надо выбираться отсюда. Я не знаю, смогу ли я... Идем. Давай, милая. А, да, она шумит за гранат. Ну и что же ты там делал? Ну это, мир спасал. Точно, я вспомнил. Мир спасал. Так. И держишь. Слишком долго. Пошли. Пошли. Ну, считай. Ой, я вспомнил. А как так быстро? У меня вопрос. Ну, девушка. Елена. Девушка. Господи, нет. Елена, держись, прошу. Ну, девушка, ну как так можно? Мы почти пришли. Все будет хорошо, обещаю. Елена, не надо. Елена! Кто там молится по-дебетски? Трекла, Шефер Кирала Гавучи. Типа из Шефера, то что Шефер. Дужича. Это было долгое и странное путешествие, а? Да, согласен. Ну да. Знаешь, тебе надо чаще геройствовать. Тебе идет. Нет. Иди на. Не хочу. Не хочу, ответь не буду. Ответь мне на один вопрос. Какой? Ты ее любишь? Хлоя, прости меня. Нет, не надо. Правда, это ничего, но... Сделай себе одолжение.
Скажи. Вы? Нет. Неужели? Теперь мне Салли вдруг явился помочь. Но ты будешь скучать по моей заднице. Да, конечно. Эй, кое-кому запрещено вставать с постели. Ужасная пациентка, слишком упрямая. Да ладно, вовсе я не упрямая. Так, никакого сапфира. Говорю же, нет. И вы уверены? Да. Салли, блин. Это был просто миф, Салли. Мифом по счетам не расплатишься. А, ну все понятно. Что-нибудь подвернется. Главное верить. Вера превращает четвертак в 25 центов. Куда пошла Хлоя? Увидимся. О, нет. Ты старый развратник, Салли. Ага. Ага, ну так и сказала. Ага. Нет дела мне до этого. До вашего. Оу, что это? Ты молодец, Нейт. Спасибо, блин. А ведь тут показано как бы так, как в жизни. Он бы это Мы одумал. Играем вообще-то за Нейта. Должны убить нас. А благодаря другому. Тут кто-то исполнил. И куда мы отправимся отсюда? Я не знаю. Сообразим по обстоятельствам. Как обычно. Но, пожалуй, мне это нравится. Я уже забыл, дайте Отлично. Вспомнить, кто там умер из Скажи, героев. По 10-бальной шкале, как сильно ты испугался, что я умру? 5. 4. 4? Ну ладно. А что? Я просто... Ну да. Да не меньше 8. 8? 8, не меньше. 8? 8 это были те твари. Ты издеваешься? Они были очень страшные. А что тогда 10? Клоун. Что? Ну хотя да, я знаю, что некоторые клоун люди боятся клоунов, серьезно. Смерти? Да, не люблю. Потому что я видел даже пранки, да скажем так, на Ютубе. Ты думал, я умерла? Клоунов. Нет. Думал, что потерял Нет. меня. Я знал, да-да. Что вытащу я тебя. Я видела твои слезы. И слез было много. Слезы? Ага. Да, шел. Нет, не шел. Слезы. Шел дождь. Светило яркое солнце. Ну что, яркое солнце светило. Шел дождь. Не ври. У меня твои слезы в пузырьке. Зачем? Могу показать. Хотя ладно, может быть, это... 4. 4, иди на... Мне плевать, 4. Я сказал 4. За прохождение. Максимальная низкость. Спасибо. О, конец, да. Naughty Dog. Co-President Evan Wells. Я не хочу смотреть титры, там, это всякая фигня, скажем так. Ну чё, круто, мы прошли Uncharted 2 Among Thieves. Uncharted, неизведанное 2 среди воров. О. Окей. Значит, нас ждёт Bakugan Defense of the Core. Я, мне надо менять аватарку на YouTube. А, так что, на этом конец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы закончили Uncharted 2 Among Thieves. Юху! Это круто. Как я думаю. С вами был Мегадекстер. Всем удачи. Всем пока.